Привет, друзья! С вами ювелирный салон Самородок, и я Александр Каш. Сегодня у нас немного необычный формат. Я у себя в мастерской, а поехал по делам, поехал за заказом в город Киев. Обычно я люблю, чтобы клиенты приходили ко мне в мастерскую, потому как всегда есть что показать, есть что объяснить, есть где на чем рисовать, и все это достаточно удобно. Ну да, в общем-то, и к таким моментам мы тоже привыкшие. Поэтому, когда я выезжаю, я обычно беру с собой некоторое количество инструмента. Ну да и вот какой именно. Ну давайте, чтобы как бы не углубляться в детали, о заказе я поговорю потом. А сегодня расскажу именно о инструменте ювелира, который вы берете с собой, выезжая на заказ к клиенту. Это должен быть, в общем-то, универсальный, легкий и практичный инструмент. Ну вот давайте пойдем по этапам. Прежде всего, понятно, что когда вы пойдете к клиенту, у вас должно быть примерно какая-то наработка вами ювелирных украшений, фотографии, эскизов, которые вы будете иметь с собой. Вы можете иметь это в телефоне. Или же вы можете иметь это у вас в планшете. Тут уже разницы не играет. Просто для удобства, конечно же, планшет он подойдет гораздо больше. Там возможность выбрать те украшения, которые бы ему понравились более. И в каком ракурсе, если вы будете рисовать эскиз, в каком ракурсе вы будете двигаться, рисуя будущее украшения. Ну, у меня есть и то, и другое. Но суть не важна. Я беру с собой Понятно, что планшет вот так вот и у меня есть вот такая вот коробочка волшебная в которой я имею разный набор инструмента который я вожу с собой на навстречу клиенту ну и давайте пробежимся по потому что у нас здесь есть вот это я уберу потом я про это расскажу подробнее мы это пока отложим в сторонку. Конечно же, вам понадобятся весы. Возможно, вам для изготовления украшения дадут лом украшений, который вам необходимо будет взвесить. Это вы должны делать обязательно, чтобы клиент ну, был уверен в вашей искренности, честности. Это понятно, да? Второй важный инструмент, я считаю, это тестер для бриллиантов. Он вам необходим, потому что есть вероятность, что в ломе украшений могут быть камни, которые нуждаются в тестировании. Вы должны будете обязательно проверить их, чтобы клиент был также в курсе того, что там есть у него в его ломе украшений. Следующий инструмент, следующее приспособление, которое должно быть у вас в наборе, это десятикратное увеличительное стекло, десятикратная лупа. Для чего она нужна? Для того, чтобы вот эти камни, которые есть вероятность, будут там в этих украшениях, вы должны будете рассмотреть их. Также вы должны будете рассмотреть пробы на, в этом ломе украшений. Также, когда вы посмотрите камни, вы должны будете увидеть все дефекты, которые могут быть. И должны обязательно рассказать об этих дефектах клиенту. Во избежание неприятностей, которые... Вот вы раскрепили камень, клиент считает его идеальным, хорошим, а он у вас рассыпался в руках. Это как-то неправильно. Поэтому клиент должен об этом знать. Вы ему должны сообщить желательно сразу при том, как вы возьмете украшение в руки. Также я с собой беру вот такой вот кольцемер. Ну, он необходим. Клиент может вам дать ремонт, а может вам сказать: сделайте мне кольцо такого же размера, как и мое колечко. Но он его желает оставить при себе, поэтому вы померили размер кольца. Записали себе и кольцо отдали клиенту. Вы должны иметь при себе вот такое вот э, тоже приспособление. Это приспособление называется пальцемер. Оно меряет э, размеры и диаметры пальцев. Вы должны это иметь с собой для того, чтобы померить клиенту размер его пальца чтобы это не было на глаз, а было все точно. Потому что, ну, если вы сделаете не точно, вы будете переделывать украшения. Так, следующий, следующий, что я беру в своем наборе, это небольшие кусачки. Есть вероятность, что клиент не захочет вам отдавать лом весь, который у него там, а вы будете покусаете какую-нибудь цепь или еще чего-нибудь. Ну, одним словом, чтобы не откусывать это маникюрными ножницами как это иногда бывает а имейте с собой вот такие вот кусачки не, не обязательно такие небольшие кусачки чтобы у вас были в наборе следующие я беру это небольшие плоскогубчики круглогубчики а для чего ну возможно Бывает такое, что клиент приносит с собой какие-нибудь серьги и говорит, что у него там это что-то не закрывается, не застегивается. И я, как правило, поджимаю это, не отходя, как говорится, от кассы. Поэтому такие инструменты, они лишними не бывают. Места много не занимают, но полезные. Следующее, что я посоветую, это самокопирующийся бланк или накладную. В случае заказа вы должны вписать в накладную, написать в случае заказа вы должны выписать накладную в двух экземплярах: одну вам, а вторую клиенту, независимо кем он вам приходится. Записывайте там все: вес лома, размер, украшение, количество, количество камней, количество которое вам нужно вставить, цены. Одним словом, чем больше информации вы запишете, тем меньше вопросов и невыясненных ситуаций. Я вам расскажу такой пример, который у меня был. Ну и расскажу вам историю, которая была у меня. Когда работали мы в Киеве, у нас были, были клиенты, семейная пара. Они были моими знакомыми. К сожалению, скрупулезной записи в бухгалтерии я не делал на тот момент. И произошел в их семье трагический случай, и умер муж. Но до этого, как он умер, они приходили и заказывали. То он приходил, то жена приходила, то они вместе приходили. И была некоторая неразбериха как бы для них. Я, понятно, что все записывал, все движения металла и камней, которые поступали ко мне, которые я отдавал, расчеты, которые производились. Понятно, что я это все вел. Все это у меня было записано, но не было у них. И когда произошла эта трагедия у них, через какое-то время пришла жена и говорит, что ее муж оставил у меня какое-то количество металла после заказа ну я понимаю всю ситуацию как бы сложность я даже не стал спорить с клиентом и понятно что я просто рассчитался но для себя я сделал такой вывод что правильно, правильно правильный подход что мой правильный подход к бухгалтерию и движению металла, Независимо от того, кем являются ваши заказчики, кем являются ваши клиенты, будь то родственники, друзья, знакомые, неважно кто, лучше вы это будете записывать, и бумага будет у вас находиться в двух экземплярах. Одна у вас, одна у клиента. Поэтому, когда я делаю заказы, я всегда пишу, во-первых, даю приемную накладную, отдаю клиенту. Это вот эти самокопирующиеся бумажки. А когда я уже делаю сам заказ, я делаю э, бланк э, свой, скажем так, фирменный, который есть у меня. И я его печатаю в двух экземплярах. Один я делаю для себя, в котором подписано э, мастер-клиент. И когда приходит клиент уже, я ему отдаю точно такую же квитанцию, и он уже расписывается о получении. Поэтому вопросов о том... Э, Какие-то остатки, какие-то непонятки, они просто-напросто заканчиваются с росписью клиента. Понятно, что я все объясняю, что, куда пошло, какие угары, какие затраты, какие камни, какие цены. То есть я это клиенту понятно, что объясняю. Это были мои последние клиенты, с которыми я не вел бухгалтерию. Поэтому с тех пор я делаю накладные, делаю, во-первых, вот в таком варианте, а также делаю накладные и вот в таком варианте. Это как бы мои накладные для внутреннего моего использования. Это я пишу, когда принимаю заказ или принимаю там лом или принимаю ремонт какой-то. Я пишу это здесь. Это такие более простые, они выкидываются в основном. Но на будущее как бы скажу что э, все равно не выкидывайте ничего пускай оно будет у вас в наличии то есть это у меня сохраняется тоже а вот такие вот накладные я пишу когда э, я уже это для моего внутреннего употребления я здесь пишу изделия которых э, клиент заказывает лом изделия какая проба была э, лома если он мне принес и потом какой цвет металла, какой металл, серебро, золото, проба и задаток, который человек дает. И здесь уже по факту готового изделия я записываю там металл, угар, остаток, какие вставки, работа и того, сколько там у нас по факту выходит. И роспись клиента и моя. И при получении клиент имеет две, я имею такие две накладные. Одну я отдаю клиенту, одну оставляю себе с подписью клиента. И у меня все Такие накладные со времен того случая остались. Вы должны уметь правильно отстаивать свою позицию и свою правоту. Это вам в помощь будет только. Также я бы вам посоветовал. Это листики, желательно красивые, ровные, не кусочки, не огрызочки газет и чеков на которых вы сможете рисовать эскизы украшений. Это должно у вас быть. Вы должны всегда иметь это под рукой, чтобы в случае чего вы могли нарисовать украшения, если вам это понадобится. Также я бы вам посоветовал иметь с собой исправные ручки. И карандаши, которыми вы будете, понятно, что ручками будете писать накладные, карандашом будете рисовать в случае надобности. Ну и напоследок, то, что я обычно с собой ложу в свою коробочку, это, понятно, что пакетики на случай, когда вам дадут лом. И также я беру с собой... В свою, всякую печатную продукцию. Визитки обязательно должны быть. И также ну, я беру с собой пару своих флаеров, которые у нас есть. А, говорящие о наших услугах и том, что мы делаем. Конечно, со старыми клиентами все значительно проще. Вы имеете некоторую уверенность в том, что вы потратили свое время и деньги на дорогу не впустую. Но все эти моменты нужно обсудить с клиентом по телефону. И, к примеру, половину стоимости дороги оплачивает клиент. Вы же идете клиенту навстречу, и это не должно быть безвозмездным. Ну или как вы сами это решите. С новыми или потенциальными клиентами все значительно сложнее. Нет никакой уверенности в том, что ваша поездка принесет результат. И вы должны быть к этому готовы. Если у вас возникли вопросы, вы можете писать их в комментариях. Если видео вам также понравилось, вы можете нажимать правильные кнопки, подписываться на канал и будем делать еще что-нибудь интересное. И, кстати, если вы хотите увидеть, каков же был заказ у меня в Киеве, а это будет одно из следующих видео, я там буду рисовать, буду придумывать. Я думаю, что видео будет интересным. Чтобы его увидеть, подписывайтесь на канал и будем делать еще что-нибудь интересное. До новых встреч!